10 июля прошло заседание административной комиссии Десногорска. На рассмотрение поступило 3 протокола о нарушении 27 статьи областного закона. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях – нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22:00 до 6 часов утра в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан влечет предупреждение и наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. По одному протоколу комиссия вынесла предупреждение. Один нарушитель заплатит 1500 штрафа. Самый злостный возмутитель спокойствия соседей расстанется с суммой в 3000 рублей.